Определение сторон флат стекла детектором. Данный детектор представляет из себя фиолетовую лампу с определенной длиной волны, позволяющей увидеть следы олова, оставленные во время производства флат стекла на одной из сторон. Если мы прислоним лампу к одной из сторон стекла, то, увидев вот такой матовый сизый свет, мы, в общем-то, с уверенностью скажем, что именно этот слой касался олова. Прислонив лампу с обратной стороны, мы, в общем-то, увидим саму лампу. То есть тот фиолетовый свет без существенных искажений. И прислонив сбоку, сизого налета мы не увидим.